Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. В Чехии уже пришла настоящая осень. Если погода нас баловала и температура была градусов так 15-12, потом 10, то сегодня с утра уже стало совсем прохладно, 3 градуса. И когда я пришла кормить рыбок, то увидела, что вода в пруду стала совсем прозрачная. И хочу вам рыбок показать. Посмотрите, какие красавцы плавают. У нас живут несколько пород рыбок. Это золотые рыбки, кометы и карпы кои. Вот карпов кои мы покупали еще совсем-совсем маленьких, и за пару лет они выросли до размера 30 сантиметров. Не знаю, сколько у нас здесь рыбок сейчас живет, потому что вижу, что плавают и совсем маленькие, то есть они, скорее всего, родились этим летом. Но красавцы ведь. А какие рыбки живут в вашем пруду? Напишите в комментариях. Всем пока!